понедельника. Я тут сегодня письмо странное получил. С угрозой. От какого-то игрока. Я думаю, нужно усилить охрану. Ну и, наверное, не мешало бы позвонить куда следует. Доблестная милиция уже стоит на ушах, а в нашем ведомстве даже никто не подозревает, что в городе ЧП. День помолчим, но два не обещаем. Слишком много загадок и ни одного объяснения. А это ваша работа, разгадывать загадки и находить объяснения. Только что-то вы с ней не очень хорошо справляетесь. О выплате денег игроку не может быть речи. Не клади трубку, Сашенька! То есть вы считаете, что игрок не шутит? Все, пошли! Быстро! Зачем ты затеял все это? Только ради денег? А может быть, ты обозлился на весь мир? А тебе не кажется, что ты заигрался? Игра на выбывание. С понедельника на ТВ Рус.